сожалению, бюджет на 2019 год утвержден с дефицитом 3,5 миллиарда рублей. К сожалению, не все будут поэтому мы не вправе отказываться от инвестиций. Так что не надо тут нам врать и обманывать нас. Кто скажет, что она кристально чистая? Я в Майами. В Москве вот этот мусор, вот эти все свалки, там дышать нечем. Люди там возмущаются. Мы здесь далеко, нам до депутатов в Москву дойти никак. А там рядом. Вот поэтому оттуда убирают и сюда. Если у нас по Выче, где потекут такие стоки, они попадут в Двину, в Белое море, и там уже и до Арктики недалеко.